Пані та панове, я Юрій Горбунов, і в ефірі шоу «Танці з зірками 2». А, до речі, проект «Танці з зірками» в цьому році був створений спеціально для того, щоб зібрати аудиторію для програми «Шоу Юрі», яка почнеться одразу після оцього. Оцього. А поки люди збираються на шоу Юрі! На паркеті секс-символ нашого проекту Микола Тищенко. Альфа-танцор. Ер-ресторатор. Афродізец нашого проекту. Зустрічаємо. Ось він, мрія всіх жінок, чоловік, при появі якого на екрані навіть Ульяна Супрун робить зачіску, подобну на жіночу. Що ж, дякуємо, Микола, за танець. Будь ласка. Давайте йому поаплодуємо. Дякую, я сам себе поаплодую. А поки наше поважне журі. І першому, кому я хотів би надати слово, це людина, яка настільки популярна, що про неї жартують навіть у шоу Юрі! Діма Монатік, прошу. Привіт всім. Ви знаєте, я просто потрясен. Я перед этой парой хочу просто... Просто не могу сидеть, я просто хочу встать. Ребят, я как танцор просто вам завидую. Вот нетривиальные элементы, замечательные связки. А вот потрясающая работа бедрами, Коль. Но есть одно но. Коль, смотри, ты работаешь бедрами во время румбы. Да. Ты работаешь бедрами во время ча-ча-ча. Ча-ча. Во время вальса. Да. Даже сейчас мы с тобой разговариваем, а ты работаешь бедрами. Серьезно? Не знал. А, да, это я просто еще не закончил танец. О, закончил. Ух ты, начал. Да-да. Но тем не менее, я просто восхищен. Николай Тищенко – это самый прогрессирующий танцор нашего шоу. Аплодисмент. Спасибо. Спасибо. Посудите сами. Партнерша цела, Коля в одежде. Ух. Шок у меня у самого. Появилось взаимодействие, Коль. Ты 3 раза смотрел на Нану, а не только на себя. Супер. Так держать. И еще один нюанс. Коль, прекрати во время танца вот говорить о себе в третьем лице. Ну, типа, Коля молодец. Вот это каляндал. Я передам Коле. Микола. Я так смеюсь. Ха-ха. Микола, а кто вас поддерживал в зале? Ну, в зале меня, кроме Коли. Меня поддерживала моя супруга. А как ее звати? Отдельная история. Вы знаете, это еще было в ЗАГСе. Началось, да. Вы знаете, я захотел, чтобы моя жена взяла мою фамилию и имя. Я считаю, да, что на самом деле справедливо, что сексом с Николаем Тищенко может заниматься только Николай Тищенко. Понимаете? Дякуємо, да? Дякуємо, Микола. Да. Продовжимо слово Катерині Кухар. Николай, я бы хотела, Николай, чтобы вы... Катерина, кажіть швидше, бо не встигнете подивитись шоу Юри! Да, угомонистый парень. Вибачте. Ну что ж, Николай, до вас здесь танцевала Оксана Марченко. Да. И в ее танце отчетливо чувствовалась нога Москвы. В то же время, как ваш танец, Николай,
это ритмичная, выразительная, выстраиваемая в определенную композицию херня. Это уже было не ха-ха сейчас. Не смешно мне. Николай. Николай. Да-да. Или вы хотите, чтобы я называла вас Коля? Честно, я бы хотел, чтобы вы называли меня Кол. 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 Ну что ж, Кол, мне нравится ваша животная сексуальность, но я хочу напомнить вам, что фокстрот не является производной от слова «фак». Не знал. Напомните, как вы себя позиционируете? Да, очень просто, кухарка. Я альфа-самец. Я смотрела в юности этот сериал про альфа, но не знала, что у него есть самец. Вы действительно как с другой планеты, Николай. И меня не покидает странное желание скормить вам кота. Подумайте все же, что скажут люди. Вы знаете, честно говоря, меня мнение людей вообще не интересует. Я считаю, это так же не надо, как и верхняя пуговица на моей рубашке. Единственное мнение, которое меня интересует, это мнение зеркала. Что ж, Николай, а вы танцевали танец по мотивам Ромео и Джульетты. Вы знакомы с этим произведением? Да, я смотрел эту книгу, да. И что? Когда Джульетта отравилась, Ромео начал целовать себе бицуху? Конечно, вот как раз и ха-ха. Николай, вы так часто целуете себя в разные части своего тела, что я даже радуюсь вашей негибкости и неповоротливости. Это, кстати, не ха-ха, вообще мне было очень, да. Я думаю, что вы все просто завидуете мне, а точнее, вы завидуете моим бедрам. Это не просто бедра, эти бедра мне, честно говоря, достались от моего деда. Он был гипнотизером. Вот так вот. Да, и вопрос не о танцах, Николай. В своей анкете напротив вопроса «хобби» вы дописали букву «Т». Зачем? Я хотел, чтобы все зрители узнали, что Николай не только самый красивый, но еще и самый остроумный хобби. Катерина, Катерина, что вы скажете про партнерку Миколи? Да я сам скажу, сиди, кухарка. С самого начала я собирался танцевать сразу с тремя партнершами, но правилами шоу невозможно продемонстрировать весь мой потанцевал. Коль, ты ошибся, ты хотел сказать потенциал. Нет, гном, я не ошибся, я же сейчас потанцевал. Значит, потанцевал. Ха-ха. Ну это... что ж, а я скажу, что Нана удивительно трудоспособна. Она как жук-скоробей, который третью неделю катает по паркету огромный шар. Вы улавливаете мысль, Николай? Не, я не понимаю тебя. А, вы же ресторатор, скажу на понятном вам языке. Ваш с Наной хинкали состоит из двух частей. Нана – это маленький нежный кусочек теста, который пытается обвить огромный кусок сырого мяса. Так понятно? Что за нано-хинкали ты? Так, вы, если я не ошибаюсь, еще и бизнесмен. Да. Тогда скажу так, на вашем языке. Еще раз сюда придешь, я тебе ноги переломаю. Это не ха-ха совсем. Да, що ж, дякуємо. Дякуємо, Катерино. Хто далі буде оскорблять Николая? Чи може спочатку подивимось шоу Юри? Хватит! Неугомонний, а? Ну, тоді Влад Яма. Будь ласка. Спасибо. Николай, у меня к вам вопрос как к ресторатору. Скажите, что за дичь вы нам сегодня приготовили? Знаете, после вашего танца я могу вам сказать, что вы самый сексуальный, самый харизматичный, сильный шкаф, который когда-либо таскали по этому паркету. Коллеги, я хочу вступиться за Николая. Все согласятся, что Николай Тищенко – единственный танцор в мире, который сделал предметом гордости то, из-за чего не может быть нормальным танцором.
Сложно. Очень сложно, да, действительно. Дима, извини. Ваш танец, Николай, мне напомнил поход на флюорографию. Чаще, чем раз в месяц, на это смотреть нельзя. Предварительно, не взяв в зубы крестик. И последний. Коль, слушайте, не рассказывайте ведущим, как вас нужно объявлять. Но не будет Горбунов говорить: если бы я был бабой, я б ему дал. Встречайте Николай Тищенко. Хорошо, я передам Коле. И в конце концов, запомните, Павло Зебров такой же участник проекта «Танцы со звездами», как и вы. Мы не нанимали специального человека, который будет чистить вам обувь. Я не знал, а я думал, что под носом это у него щетка. Это усы. Усы, извини. Да. Опа, я, по-моему, опять могу танцевать. Николай, вы знаете, да. Я хочу отметить вашу настойчивость. Да. Ваша настойчивость помогла вам дойти до финала. Это при том, что вас выгнали еще в третьей передаче. Серьезно? Я не знаю. Да, дякуємо, Влад. Що ж, Микола, перед тим, як ви продовжите своє... своє, да, оце своє. Може ви хочете комусь подякувати? Да, ха-ха. Я хотів би поблагодарити свою партнершу. Ух, да. Свою партнершу по танцам, свою гримершу, красотка. Просто женщину случайную, которая брала у меня автограф. Я благодарю еще Егорыча, который на шлагбауме. Тихо, хватит, да-да. А Микола Тищенко, ваши оплески. Спасибо. Что ж, звучит финальная мелодия шоу «Танцы с зірками». А это значит, что нарешті начинается шоу Юри! А поки що в мене для вас особистий сюрприз. Зустрічайте Діма Комаров. Боже мой. Дімочка. Діма, прости нас, Діма. Здравствуй, Діма. Прости. Здравствуй. Діма, хочу сказать, что вы самый лучший. Я забираю все слова, которые я говорила в ваш адрес, и отдаю их Николаю. Еще. А вы, Дима, вы король танцев. Не останавливайся. Вы герцог сальсы. Еще. Губернатор Чичок. Еще. Вы директор вальса и учредитель хип-хопа. Давай. Гетьман Хабака, вы оп. Хватит. И все это про меня говорили, издевались надо мной люди, которые 15 лет танцуют один и тот же примитивный танец. Это вы. Хотя, в общем-то, я думаю, я участвовал в «Танцах со звездами» не зря и все это терпел. Хотя бы ради того, чтобы весь квартал ползал передо мной на коленях и извинялся. Значит так. Это, Дима, перебор. Во-первых, не весь квартал. Во-вторых, мы тут слышали, что тебя в Бразилии недавно чуть не застрелили. И смотри, если дальше так пойдет, то следующий сезон программы «Свит на выворит» будет вести ведущий на выворит. Ты понял? Угрозы, да? Неплохо. Вот тогда и я поугрожаю. Да-да. Особенно тебе, Монатик. В следующем сезоне я участвую в «Голосе Краины». О! Вау! Новогоднее обращение президента. Утро 2 января. Снимаем, да? Дикция не совсем 1 января. Сейчас... Рошен. Я готов, снимаем. Шалом, неспивичизники. Ой, извините, оговорился. Шалом, неспивичизники. Я Петр Порошенко. Не ты. Я. Знаете, я стал президентом в очень нелегкое время.
Скажу честно, если бы я знал, что будет так нелегко, я бы фиг становился. Первый раз в жизни, в своей карьере могу сказать, мне не сладко. Дорогие украинцы, очень хочется сказать, но, если честно, больше хочется спать. Но я скажу. Вот и подошло... Вот и отошло. Прошел 2014 год, да и хрен с ним. Наступил 2015. В этом году, дорогие украинцы, я обещаю, я повышу зарплаты, увеличу пенсии, стабилизирую экономику. Господи, что я несу? Я как тягар Конституции, извините, как гарант Конституции, и обещаю, в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю. Ну, как президент, я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь. Дорогие украинцы, любимые мои, можно я присяду? Можно? Спасибо. Я прилягу даже, так легче. Да, гривна лежит. Но как красиво. Да, доллар уже по 16. Но, дорогие украинцы, в следующем году, когда мы стабилизируем экономику, и доллар будет по 35, а мы будем вспоминать это время как прекрасно и удивительно. Что касается премьер-министра, я встану, я все-таки уважающая. Вы знаете, Арсений Петрович Яценюк очень знающий человек. Профессионал, знает языки, ну и бла-бла-бла всякое. Но как человек... Я, конечно, хотел поставить Гройсмана. Ну, вы знаете, началось бы, что у нас во власти слишком много Гройсманов. Пусть лучше Яценюк, он хоть не такой явный. Нет. Если честно, между нами, ребят, Арсений Петрович хочет быть... Но пока я... А потом, может, поменяемся. Теперь, что касается претензий. Вы знаете, дорогие украинцы, многие недовольны, что я взял в коалицию Ляшко. И я считаю, что я правильно сделал. Знаете почему? Наша страна находится в том месте... в котором лучше всех разбирается Ляшко. Теперь, что касается претензий по поводу Рошен. Все недовольны, мол, почему я до сих пор не продал бизнес Рошен, который стоит миллиарды. Я вам отвечу, все просто. Дорогие украинцы, вот скажите честно, вы за меня... голосовали, как за здравомыслящего человека. Какой нормальный человек продался. Потом многие меня сравнивают с Януковичем, говорят, подождите, сейчас такой Порошенко, а вот потом, поверьте мне, он будет такой же, как Янукович, будет все тащить на своих детей. Слушайте, не надо сравнивать. Во-первых, у меня их четверо. А во-вторых, если вдруг шо, куда я убегу? В Винницу? Не надо сразу. Я лучше. Самое важное по поводу России.
Я считаю, что в этом году Россия была не права. Я сейчас объясню. Смотрите. Берем салат оливье. Представим, что это Россия. Добавим немного Крыма. Вина. Блин. И немножко Донбасса. В нашем случае это активированный уголь. Мешаем это все. Мешаем и пробуем. Мешаем, что? И салат говно. И вина не попили. И на утро без угля будет хреново. Ну и самое главное скажу в конце. Я думаю, что после этих слов наконец все отрезвеют. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаете, на том свете никто не ущемляет русскоязычное население. Так что, пожалуйста, перестаньте отправлять туда своих солдат. С Новым годом, украинцы! Саша, ну почему нет? Еще раз нет! Сашенька! Я вам говорю нет! Саш, ну это же заказ! Я Пушкин, при чем здесь заказ? Ну неважно, получится или не получится. У меня не получится. Но есть спрос на детскую литературу. При чем здесь детская литература? За это платят деньги, Саша! При чем здесь ваши деньги? Я Пушкин! Я матерщинник! Ну и что, Саш? Да что? Я Айда Пушкин! Ну? Айда сукин пес! Я сукин нос я! Айда Пушкин, ёшкин, сукин пуз! Нет, я Айда Пушкин, сукин кто я? Сукин сын! Вот! Я сукин сын! Саш, ну попробуй! Я сукин сын, как я могу писать о детях? Саш, попробовать-то можно, хорошо, а? Давайте, что? Ну ведь было же там у вас вот что-то про лукоморье. Лукоморье. Все хорошо, там заменить немножко, ругань убрать и все в порядке. Давайте, пиши. Пишу. Да. Лукоморье. Пишу. Лукоморье, дуб зеленый. Ну вот хорошо так. Золотая цепь на дубе том. Да. И днем, и ночью умут. Саша. Вот видите, эти три буквы из меня лезут. Ну, замените их, ну, так, хорошо, давайте, я подбираю. Так, пиши, идем и ночью, так, пес ученый. Нет, не пес. Нет, нос ученый. Какой нос? Не, пуп ученый. Нет, Саша. Чмо ученый. Нет, кот. Кот хорошо. Все, пиши, и днем, и ночью кот ученый. Да. Все ходит по цепи кругом. Да, отлично. Идет налево. Нет, налево пошло. Да? Да. Идет направо. Отлично, нет, не то. Идет он вдаль, за горизонт, идет он за курган. Да идет он нахрен, твой кот, понял? Александр Сергеевич. У меня не получается, у меня матерщина, это мое, понимаете? Саш, давайте попробуем с какого-то другого места. Давайте, я не знаю. Что? Ну, у вас же было там злой Кощей. Так, мое любимое, да. Там злой Кощей. Да. Давайте. Над златом чахнет, да. Там русский хвост. Саш, видите? Тут тебя тоже поменять. Опять? Давайте меняем. Хорошо, там русский кто? Нос? Ну, не знаю. Пес? Было? Там русский, было. Там русский дуб. Нет. Русский дуб, интересно. Нет, там русский дух. Дух! Там русский дух! Там пахнет не очень. Не очень пахнет. Саша, ну думайте, вот если бы был кот, котами пахнет, это нет, хорошо. Нет, это плохо. Русский, а чем же может там пахнуть? А? Чем же там может пахнуть? Там Саша, реально думайте, этим пахнет. Думайте, да. Может быть, там деньгами пахнет? Нет, Саша, детские стихи там деньгами не пахнет. Не, а что, котами пахнет? Нет, плохо. Так сейчас, чем пахнет? Думайте, я устроюсь, но придумал. С Русью пахнет! Там Русью пахнет! Там русский дух, там Русью пахнет! Да, совершенно другое дело. Вот, давайте, ну пока идет, давайте. Поперло царь-салтан. Царь-салтан, а понял. А купцы ему в ответ. Ага. Мы объездили весь свет, да. Что до острова Буяна царь вам кланяется рьяно. Вместо денег шлет поклон, а зовут царя Саша. Вот тут грубо. Нехорошо. Грубовато немножко. Совсем некрасиво про царя, да? Саш, поменять имя надо царя, как-то. Гвидон. Гвидон хорошо. А, отлично. Гвидон, ай да я сукин нос. Сашенька, да. Гвидон. Гвидон хорошо. Это хорошо, знаете почему? Почему? Дети не догадаются? Да не в жизни. Да, а взрослые поймут, что царь был нехороший человек. Отлично, да.
Согласен. Ужасно. Есть. Видос. Все, идем дальше. Да, и дальше что? Царь-Салтан, девица. Девица чуду. Чуду. Молвит, коли жив я буду, да, то визит им нанесу у Гвидона отца. Нет. Нет, 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 я ляпнул. Визит им нанесу, весь им остров обоснул. Ну, тоже не... Визит им нанесу, у Гвидона погощу. Навещу, погощу. Вот, отличная рифма. Ай, да ешкин пёс, а? Давайте дальше, дальше. Дальше белка песенки поёт, орешки всё грызёт. Орешки непростые, всё скорлупки золотые. Яйца, ядра. Ядра чистые изумруднее, ядра чистые не очень. Ядра, ядра словно, слава яйцам, слава ядрам изумрудно. Слуги белку ту еб... Нет! Саша, нет! Стерегут! Стерегут, конечно, конечно же, слуги! Ах, да слуги! Да. Стерегут! Остальное мишура вам клянусь на пи... Ой-ой-ой-ой! Саша, ну соберитесь. Я матерщинник, я не могу по-другому писать. Это кошмар. Я не могу, я Пушкин, ёшкин пуп. Вы прежде понимаете? Всего гений, Саша. Ну я гений. Ну у вас же море риф. Море. Что? Море. Что море? Вспенится бурливо. Давайте, 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 давайте. Ага. Пенится бурливо. Зашумит. Зашумит. Быть, да. Поднимет вой, хлынет на берег пустой. Да. Разбежится в быстром беге. Ага. И очудится на бреге вся кольчуга, чешуя. Их да. Выходит до хулоги. Не-не-не. Саша, ты много там... вышло. Да, дети могут испугаться. Дети испугаются. Их выходит из уголка. 33. Достаточно. 33. 33, да. Только вот... Чешуя 33. Чешуя, что 30... за рифма? Да. 33. 33. Богатыря. Уря. Вышли с криками. Уря не выходит ни херя. Понимаете? Надо делать перекур. Саша, ну все же нормально-то было. У меня не получается. Ну смотрите, царь-салтан почти готов. Почти готов. Ну. Да, давайте золотого петушка чуть-чуть исправим. Ну вы уже исправили. У меня был золотой петушара. Вы это же... Я исправил, конечно. Изменили смысл моей поэзии. Но дети все-таки, Саша. Ну а что там? Ну вот там дальше петушок на крышу сел. Ну, царь нас чуть не охуел. Мы убрали. Вы убрали, а царь... Петушок наверх забрался, царь нас чуть не обос... Он тоже убрали. Петушок наверх Саша! Забрался. А царь нас чуть не испугался. Да. Ой, я гений, а? Отлично, вот это шестистяк. Это можно детям от 3 до 6 рекомендовать. Да, всем можно. Да. Ну давайте, и дальше концовочка. Концовки, концовка. Концовки я мастер. И царь указ последний дал. Дал. И в отставку у... Уехал. Уехал? Ну не уешел. Не, я согласен. Уехал. Все равно это не концовка. И концовка. И пошли тогда мой стандартный. И пошли все под венец. Да. И приснился им. Нет. Кузнец. Кузнец? Да. Саш, ну, они может... только из-под венца вернулись. Кузнец ночью не... может приснится. Нет, давайте другую концовку. Другую. Я там был. Да. Мед, пиво пил. Да. По усам текло. Вот такой у меня. Да. Ну, Саша. Да даже для меня обидно, я сейчас сказал, понимаешь? Ладно, Саша, успокойся. Не получается. Успокойся, Саша. Лирика твою дивизию не получается. Ну, бог с ним, с этими детскими стихами. Ну, что? Давайте что-нибудь для царя напишем, я не для знаю. Для царя? Да, что-нибудь исторически актуальное. Это я люблю. Ну, вот какие у нас новости? Какие? Ну, вот, например, поляки, да. Поляки снова напали на нашу украинскую губернию, от Саша. От Йоханнабады, да? Да, вот это надо как-то отэпиграмить. Я сейчас всех вас отэпиграмлю. Саша, давайте, вот только без пошлости. Вы же хорошо. Знаете меня, для меня это легко. Да, давайте, поехали. Без пошлости. Без пошлости. Хорошо, для царя? Да. Про поляков? Про поляков. Ох, твои ляхи! Саша. Это про поляков, до конца ты слушай. Ляхи – это поляки. Ну, хорошо. Напали на львов. Вот львов нормально. Львов это не пошло. Хорошо, да. Твоих лях. Да. Дома ждут ляшки. Саша. Полячки. Ну да, да. Ты хотел править ляхом среди хохлов. Да. А получишь хохла между ляшек. Саша. Да ничего не выйдет, у меня Саша, ничего. Да у меня не получается. Ну это же царь просит, ну, Саша. Ну слушай, ну давайте не будем тут всем врать. Царь, царь. Прямо там меня царь просит. Да, между прочим, нынешний царь, понимаете, да? Вот просит лично, да? Просим русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Стоп. Что? Что вы сказали? Царь просит, я не знаю. Русского писателя? Ну, извините. Я же Пушкин! Да, но, Саша... Я поэт! Конечно, да, но поздно, письмо пришло, я не знаю, надо что-то отвечать. Так вот, писатель, значит, передайте своему царю. Да. Я ему не Антоша Чиханте. Понятно?
Понятно, понятно. Я Пушкин, ёшкин нос. Меня сам Державин на труд благословил. Да хоть Ширвин, Саш. Вы эпиграмму на царицу писали? Я писал. Я показывал. Ну-ну-ну. Я показывал. Просит изменить одну строчку. Какую? Вот, вы писали. Месяц под косой блестит. Да. А во лбу... Звезда горит. Звезда горит. Да. Мне нравится, Саша. Вот. Да, но он просит заменить. Смотрите, месяц под... Косой блестит, да. А во лбу стрела торчит, да. Ну, Саш, царь просит, понимаете, это его воля. Передайте своему царю. Саша, я не мне могу. Мне надоело писать под заказ, я гений. Я поэт, я должен писать о вечном. Саша, какой о вечном? У меня Онегин не дописан. Какой Онегин? Мой дядя, между что прочим. Что ваш дядя? Мой дядя. Самых честных правил. Так, а дальше. Давай. Когда не в шутку заболел, ага. Он уважать себя заставил. Да! Мой дядя просто охуенный. Саша, Саша, я вас прошу. Чтобы победить коррупцию, как-то бороться с ценами, политики наши пошли на беспрецедентные меры и запустили флешмоб 20 отжиманий. Хотя нет, 20 это много. 10. И вот, наконец, эстафета дошла и до Олега Ляшко. Смотрим. Доброго дня! Доброго дня, скотиняки! Я Олег Ляшко. Сейчас почнеться жесть. Push-up challenge. Ти включив камеру? Включив. Включав, да. Включаю. Хто мені передав естафету? Кличко. Ідіть колихать. Скільки раз він віджався? 350. Ну я відіжмусь 400. Ага. Легко, я лідер радикальної партії. Готовий считать? Готовий, готовий. Всі готові? Да. Раді України. Лідер радикальної партії. Перший раз так стаю. Готовий! Готовий, Олег Валерійович. Пушапіть мене, скотиняка! І один! Ти включив? Включив, включив. Виключай! Трошки тяжко. Давай така фігня, дєцька. Я став на руки, а ти от це присідай і все. Поняв? А. Типа я віджимаюся. Ага. Поняв фішку? Я зрозумів, зрозумів. Дивись мені. Ага. А то будеш стояти, як я. Готовий? Готовий, Олег Валерійович. Включай! Включив. Включив? Включив. Руки оттікають, виключай. Ні, так треба, йди сюди. Отака фішка. Значить так, я стою, значить, у двері. Ти це, переверні камеру. Типа це пол. А я віджимаюсь отак, ти поняв? Ага, я... Готовий? Я понял, понял, Олег Валерійович. Готовий? Тільки давайте в кабінеті, а то не дай Бог хтось побачить. Іди в кабінет со мною, іди сюди. Давайте тут, тут і світ лучше, дивіться. Заходь, ага. Да. Включай давай. Ага. Ну що, ти включив? Включив, Олег Валерійович. Добре. Доброго дня, я Олег Валерійович Ляшко, лідер радикальної партії. І зараз я почну цей push-up challenge. Рахуй, я віджимаюсь. Один, легко. Два, ти бачиш, яка сильна людина, Ляшко. Три, чотири, можу на пальчиках. П'ять, ти бачиш? Шість, на одному пальчику. А, і бачиш вже, витворяю, ах, на хеви-метр. Дев'ять, десять на кулачках, ти бачиш? Одинадцять, легко, дванадцять, опа, тринадцять, опа, чотирнадцять. Ало, дивись, оп, опа, ти бачиш? Ти бачиш, а можу на одній руці легко, і на другій. А можу так, опа, опа, а можу зараз смертельний номер, бачиш, без рук, диви. Опа, раз, опа, два. Але, Валерій, як вам тут цей документ підписати? Ти що, не бачиш, що я тут віджимаюсь? А, розумію, а? Наступай на руку, лідер, так, так, де документ, хоп, документ, опа, все, опа, так, можу бачити, віджимати, підписую, Ляшко, крапка, отак, ух, а це сквозняк, включай, кажу, поняв, так, ти включив,
Добре. 399-600. О, Олег Ляшко, ти бачиш, скільки разів. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Прижок в висоту, ти бачиш так? І готові? І... Це нам ще було десь 60-120 метрів висоту. Олег Валерійович. Що таке? Ваш кофе. Хто задав погрібі у мене? Американо, ми просили. Який американо? Ти, секретарша моя, Степан, дура така. Ти погрібі, яке там кофе, там яблучка. На чорні пошукайте. Будь ласка, Степан. Ну, це новенький кей, мій секретарша, Степан. Так, зараз все ще не все. Зараз буде упражнення на дихання, після віджимання. Дивись, дуже тяжке таке, але Олег Ляшко легко це робить. Диви. І... А зараз без рук. Ти бач, яка сила. Всасую і висасую. Що таке там, а? Що це? Яблочки вочені. Яблочки які? Ой, перевернулися. Я пойду. А, іди, молодець. Дуже дякую. Так, Виключай. Отак. Класно вийшло, Олег Валерійович. Це ще не все. Ти знімаєш? Знімаю. Іди сюди, мої підтягнути. А, турнічок, я понял. Помічники, давай турнічок. Так. Так, повище, давай. Крівовато. А ну, опустіть трошки. Ще трошки. Підіймай! Хо! Знімай. Знімаю, Олег Валерійович. Знімай. Та знімаю. Мене знімай. О, краще віджимання. Всі разом. Іди жіною. В кабінет, іди жіною. Помічники, зараз разом, да, починаємо, я давай. Ага. Опача. 823, 824, 825, та що там не легко, а ну дайте щось там, нагрузіть мене трошки. А ну, опа, оце так, да. І 827, бач, легко, 828, 29, все равно легко, ще щось там, та ну підійдіть. Оце так, да, Аляшко легко. Олег Валерійович, головний башка. Ні, Масіцюк, ти ж схуднув. Ні, 901, легко, 902, а на одно 903, ох, я гігант. 959, 960, та що там не так, а що там мускулатури не видно, а зараз переодягнусь в воздухі, покалічу, це, щоб всі люди бачили, що все натуральне у Ляшка. Не якась там пластмаса. Давай же, утяжеліть, глядіть всі сюди. Давай. І... Хопа! І 161, 962, 963. Оце не бажані. А зараз упражнення з живим весом. Це найтяжче в фізкультурі. Пригай. Хо! Два, три, чотири, п'ять, ну і все. О, виключай. Чесно кажучи, берег цей кофе на вибори, але вам скажу, що я не тільки людина Ляшко, я ще людина павук. Бачимо? Бачимо, перевищаюсь як. Ота, вам не крепко держатися. Літно до любої стятки. Бачимо? Опа. Але така я людина. Короче говоря, отак сиджу, отак сплю. Отак, так вісю. Все. Бо голова ще буде красна. Все, виключай. Отак!
Класно, класно, Олег Валерійович. Не маєш. Естафету треба передати. Молодець, свиня ти така. Короче так, я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Передаю цю естафету всім політикам. Хай краще займаються фізкультурою, чим своєю херньою. До побачення. Подякую. Ага. Дорогие друзьяки, меня зовут Александр Григорьевич Лукашенко. Добро пожаловать в Минск. Сегодня у меня в гостях у Минску очень великая группа. Нормандская четверка. Зустречайте, группа «Еще те жуки». Дорогие друзья, это нормандская четверка у меня в Минске. Исполнители таких песен, как «Желтая подводная лодка», песня «Помогите, помогите, мне надо, чтобы мне кто-то помог», песня «О, девушка», и, наконец, великолепная песня «Мишел, мой колокольчик». Группа «Еще те жуки». Они впервые в Минске и сразу 17-часовым концертом. А потом, если не устанете, я еще вам полчасика на гармошке поиграю. Разрешите всех представить. Итак, ритм гитара. Петр Алексеевич Порошенко. Обворожительный мужчина, но не суть. Кого не суть, никого не суть, это я так шучу. Бас-гитара. Франсуа Олан. Человек, похожий на Жору Харрисона. Красавец. За барабанами фрау Меркель. Человек, похожий на женщину. Вот это в брючном костюме, чтобы не перепутать. Молодец. Ну и, наконец, главарь этой тусовки, из-за которого весь вот этот сыр-бор, Владимир Владимирович Ленин. Можно без Владимировича. А так членом не получится. Человек похожий на Пол Маккартни. Ну, если в сантиметрах, то Пол Маккартни. Какой Пол Маккартни? Моя фамилия Путин. Путин, хорошо. Только решите, кто из вас членом. Ну, чтобы я понял, кого в конце встречи убьют. Владимир Владимирович, давайте вы будете Йоко Оно. Типа из-за вас все развалились, да? Хорошо, да, к делу. Итак, дорогие друзья, впервые в Минске группа «Нормандская четверка». Добро пожаловать в Беларусь, другими словами, back in USSR. Back in USSR. Хватит, классно спели. Итак, артисты на сцене. Зритель в зале, оппозиционеры в тюрьме. Мы начинаем, прошу. Спасибо. Давай. Дайте ноту си. Володимир Владимирович, ну, припустим, я вам дам ноту си. Ви ж на цьому не зупинитесь. Потім вам ноту до подавай, ноту ре. Слухайте, вам волю дай, ви весь нотний стан заграбастаєте. Знаєте що, Петр Алексеевич? Послушайте, хватит спорить. Давайте уже как-то о мире договариваться. Их воден ди Байден сайт инди вафы ниди зулеген. Ангела, я вибачаюсь, але ваші призиви до миру звучать як призиви до війни. Чесне слово. Да-да, я тоже первый раз, когда я услышал, сразу в лес ушел. Сработал старый белорусский рефлекс. Слышишь немецкий язык, уходи в лес.
Мсьє Лукашенко? Да-да, творите, творите. А зараз я хочу заспівати пісню про те, що кожного дня тривожить моє серце. Давай. Рашен концерн. Стоп. Чому стоп? Петр Алексеевич, вы знаете, что это плохой хит, он никогда не продастся. Я. Да, кстати, тут вначале должен идти рефрен. Слушайте, Володимир Владимирович, досить рефренів. Сперва в Криму рефрен, потім рефрен на Донбасі, досить всіх уже народних рефренів. Так, я понял. Интересно, почему в нашем коллективе нет Захарченко и Плотницкого? Просто мы подумали, что в нормандской четверке не место нормандским шестеркам. Вот и все. Это же вы! Это группа Жуки! Я ваша фанатка! Я вас люблю! Ну хорошо, начнем. Дайте счет. С удовольствием я принес счет. Вообще, честно говоря, я хотел вас покормить бесплатно, со скидочкой. Ну, раз вы настаиваете, то да, конечно. Александр Григорьевич, вы я дасте понял, нам заспевать, чи понял, нет? Петр Алексеевич, ухожу, но не с поста президента. Месье Лукашенко. Все понял, творите. Давайте начнем с увертюры. А что такое увертюра? По-вашему, вступление, Владимир Владимирович. Так, знаете что, мы договорились, что вы никуда вступать не будете. Да это в ноты! Мы договорились о вненотовом статусе, ну. Хорошо, тогда сами начинайте. Окей, поехали. Стоп! Это не Beatles, это Deep Purple. Вот. Нет, это Beatles. Нет, это не Beatles. Это Deep Purple. У вас нет доказательств. Владимир, вы снова начинаете. Я говорю, это Beatles. Я понял. Прошу прощения. Вам мальчик в группу не нужен? Коля зовут, 10 лет. Очень талантливый мальчик. 10 лет, а уже сын Лукашенко. Данки Шон, 9. Не надо, да. Ну хорошо, возьмите меня в группу, будет нормандская пятерка. Чего не будет? Хорошо, давайте тогда хотя бы нормандская четверка с половинкой. Но. Нет. А на ниточке? Так. Нет, знаете, что? А на сопельке? Я на сопельке. Александр Григорьевич. Ухожу. Давайте сыграем Yesterday. Yesterday? Не, подождите, а как вы сегодня можете петь вчера? Александр Григорьевич. Творите, пожалуйста, да. Мадам, месье, песня... Про Мистраль. Про Мистраль, давай. Владимир, вам посвящается. Ага. Их получишь ты, Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Так, стоп. Я говорю, стоп. Да, Коля, сколько можно? Я вас просил. Сколько можно? Да, а вы нас спрашиваете, сколько можно? Вот так, дорогие это друзья, они 17 часов в спорах и провели. Сколько можно? Где-то посредине встречи возникла пауза, и Путин решил всех обмануть. Так, давайте, я никого не обманывал. Еще раз обманул всех Путин. Слушай, Владимир, это нечестно. Сказала Меркель, а сама подумала, ах ты, Вовка, сукин сын. О чем говорить? Я так не думала. Меркель начала врать, как Путин. Прошло полвстречи, они все устали. Как я устал, сказал Путин, но думал про себя. Wir werden wir manifikum debitüch, думал Аланд. Diese Phrase, ich hab gelernt für ihre Applausen. Странные вещи приходили в голову Порошенко. Думали, устали. Путин подумал, сейчас бы отдохнуть на рыбалочку или журавлями полетать. Порошенко подумал, хрен, а он ему, Стоп! Вы можете не думать все сразу. У меня сейчас башка рэпнет. Вспомните, вы же нормандская четверка. Вы же собрались ради мира. Подумайте, у вас же есть что-то общее. Что? Шо? Капшо.
есть что-то общее. То, что вас объединяет. Встречайте, ведущий новостей, владелец телеканала 1+1 и владелец телеканала ТРК «Украина». Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Привет. Добрый вечер. Привет. Как дела? Нормально, спасибо. А? Я говорю, нормально, спасибо. Хорошо. Добрый вечер. В эфире новости. В эфире новости из первых уст. И в студии сегодня с вами... Ша! Что сейчас началось? Что? Мы в прямом эфире. Ну? Что за студии с вами? Мы же говорили, все завуалировано. А, все, я понял, Валерич, я понял. Ты что вообще? Что? Что сейчас было? Что, все дураки, никто не понял, кто такой Валерич? Я же не говорю с нами тут в студии Донбассыч. Шахтерыч. Так, хватит. Значит, не заводись. Ну, читай хорошо. Новости. Давай. Ладно. В эфире новость. Первая новость. Вчера Международный валютный фонд выделил Украине очередной транш. А, вот оно в чем дело. А я думаю, что мне никто давно из них не звонит. Есть бабки, знаешь. А, ну понятно. Ну. Вообще никто не звонит? Никто. И она не звонила? Кто такая она? Ну, вона. А, вона? Вона. Не, вона не звонила. И что, ты ей денег не дал? Кому, воне? Да. Не, воне ничего не дал. Не. И сколько ты ей не дал? Я не дал воне 6. Ни хрена себе. А ты? Просто я ей не дал 8. То есть итого она не взяла 14. Ну да. Добро. Слышь, а она пойдет вообще? Слушай, ты же ее знаешь. Она даже если не сможет ходить, все равно пойдет. Она даже когда не могла ходить, все равно пошла. Ну хорошо, продолжим. Кстати, это, Ложкин твой? Тихо. Что такое? Ты ж сам попросил без фамилии, без имен. Да я завуалировал так вилку. А при чем тут Не увиду вилку. Так что он твой? Не, вилку не мой. А Ляшко твой? Ляшко мой. А что ты так прямо в эфире ничего не скрываешь? Он не скрывает, почему я должен скрывать? Ну логично, хорошо. Да. Новости, читай. Продолжаем новости. Да. Завтра курс доллара будет 28 и пусть будет 5. Что такое? У меня хорошее настроение. Чего у тебя вдруг хорошее настроение? Чего нет? Может, мне кто-то анекдот рассказал. Кто тебе анекдот рассказал? Юморист твой? Что за юморист, а? Юморист твой, который всех уже смешил. А слуга народа? Да. Ну? Ты не боишься, что он такой честный придет и посадит тебя? Куда? В рассмеши комика он меня посадит. Продолжаем новости. Давай. Дешевый авиаперевозчик Ryanair заходит на украинский рынок. Ну-ну. Что ты ну-ну-каешь? А пусть заходит, какие вопросы. Вот. Новости шоу-бизнеса. А шоу-бизнеса? У бизнеса все хорошо. Ты можешь не перебивать меня? А что я перебиваю? Да где я тебя перебиваю? Я про шоу-бизнес, кстати. Певец твой? Какой певец? Ты что дурака делаешь из себя? Я говорю, певец твой? Какой, я спрашиваю? Ну, певец, который там. А где там? Там, тики там, где нас нема. А, этот. Да. Не, этот не мой. Точно? Да. А кто за ним стоит? За ним стоит Чук. Что за Чук? Чук и Гек или что? А, Чук. Да. А, Чук, который кум Утина.
Нет, Чук, который зять чмы. Будь здоров. Да я не кашу. Хорошо, ладно, другой певец, чей? Какой второй певец? Второй, ну, Бул. Что за Бул? Ну, Ива. Кто такой Ива? Ива Бобл Чей. А, кто такой Ива Бобл Чей? А? Вот фотография. Это что, Марадона? Да, это Марадона. Просто фотографий Бобула нету в интернете. А. Не, не мой. Не, не твой. А что ты напрягся тогда? Да где я напрягся? Я вообще не напряжен по жизни. Так чей он? Кто за ним да стоит? Да ничей получается. Никто за ним не стоит? Никто не стоит. То есть он делает то, что хочет? Да. Что получается, таких трое в стране? Я, ты и Ива Бобл. Слушай, этот Марадона, певец, юморист, мы сейчас запутаемся. Что мы запутаемся? Давай на берегу договоримся. Ну давай. Если певец выигрывает, да. Юмориста ставим Гройсманом. А Гройску куда? Гройсмана сделаем Луценком. Ты что вообще? Он же не учился на Луценко. Типа Луценко учился на Луценко. Давай по старинке договоримся. Как по старинке? На раз, два, три. Что за раз, два, три? Мы что, Криворожсталь делим? Ты. Выборы президента, серьезное дело. Да. Давай, знаешь, как на президентских в 2005. Не. Шо? Во-первых, тогда все были бухие. Во-вторых, вот это твое «давайте, кому лицо больше пчелы покусает, тот и выиграет». Это не пройдет уже. Все, харе. Что ты обижаешься? Ты же не виноват, что у Яныка башка в улей не влезла. Читай новости. Хорошо, к новостям. Новости о главном. Это интересно. Ну. Рейтинг Пятого канала стал выше рейтинга хозяина Пятого канала. О. Я поздравляю. Это да. Кстати, это он чей это... главный? Кто? Ну, твой. Что ты начинал? Муж Марины. Ну, кудряшка пью. Жук мальдивский твой? Попрошенко твой? Да слушай, хватит. Я на муже Марины догадался, кто это. Да мне все равно, когда ты догадался, я получаю удовольствие. У нас реклама. Давай. Благотворительный фонд Рената Ахметова. Мы чуть-чуть возвращаем. Красавцы вообще. Ну хорошо. Новости спорта. Давай, футболыч. Давай. Завтра состоится футбольный матч между командами «Шахтер» и «Мариуполь» со счетом 3-2. До 75-й минуты будет вести «Мариуполь». Я просто люблю интригу. Ну и завершение о погоде. Завтра на всей территории Украины синоптики обещают дождь. Ну, а это мы еще посмотрим. Да ты на себя. Да на себя. Поэтому хотим представить вашему вниманию еще один курьезный случай Олега Лешко. Смотрим. Здравствуйте, Олег Валерьевич. Доброго дня. Євген Петрович, доброго дня. Ну що? Ніхто не бачить. Я домовлялась. Так. Роздягайся. Ага. Ніхто не бачить, роздягайся. Давай, маєчки, красавчик. Знімай штани. Як це? Іменем радикальної партії. Знімай штани, я тобі кажу. Олег Валерійович, ви ж казали, коли приймали мене до партії, що то останній раз був.
Петрович, ти зараз хочеш до партії? Дуже хочу. Знімай штани. Який у тебе номер? 451. Ніху, хорошо. Хорошо, коротше так, якщо ми наберемо 100%, так, і хтось з нас помре, то ти будеш у списці. Знімай штани, ще журналіст прийде, давай. Як репетували, ясно? Все нормально, знімай штани. Як репетували, ще журналюга вже готується. Зараз прийде на вірьовку. Як репетували, ясно? Так. Все, почали. Олег Валерійович, здравствуйте. Доброго дня, це Ляшко, скотиняка ти така. Здравствуйте, ми готові, в принципі. Готові, да, камера включена. Уже включено все. Я готов. Можемо починати. Доброго дня, українці. Тільки що, я Ляшко, під Слов'янськом. Поймав сепаратю. О, прям тільки що. Своїми руками. Для начала скажіть, як вас поймали? Давай. Мене? Тебе, козліна, кажи, хто тебе піймав. Мене піймав Олег Ляшко. Так, Олег Ляшко. Голими руками. Голими ногами і взагалі він голий був. Що ти рожиш, козліна, що ти говориш? А де ти був, де ти ховався? В кущах. В кустах, понятно, да. А що ви робили в кустах? Що? Що ви в кустах робили? А, какав. Що ти там робив в кущах, козліна? Вибачте, клав міну. Міну клав. Це, до речі, та міна, на якою повинен був підірватися я, Олег Ляшко. А, да, да. Скажіть, що у вас... Нас було много, нас було 10 тисяч солдатів, да. 100 танків і 50 одиниць бойової техніки. Да. І всіх поймав я, Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Що, один Ляшко поймав вас? Ні, чому один? Не один, ні, а з цілим арсеналом положительних качеств, таких як мужество, самоотдача і патріотизм. Що ти, свиня, кажеш? Давай, коли... Олег Валерійович, извините, у нас, да, з камерою проблеми. Дві минути перерив. Тихо, ідіть. Я, да, поки виб'ю, да, всі знання. Ідіть, ідіть. Ну що, як, Олег Валерійович? Супер, Іван Петрович, супер. Особливо мені сподобалось про мужество. Патріотизм, щось нове. Я стараюся. Молодий, дай я тобі розцілую, молодий. Да, в принципі, ми готові. Ось так ти русських приймав. Ось так ти сепаратюга їх цілував. Ось так, да? Олег Валерійович, держите себе в руках. Дякую, що остановили. Я б його засосав до смерті. Ми можемо продовжати? Конечно. Скажіть, коли ви вирішили стати сепаратистом? Так сьогодні зранку вирішив. Падло, кажеш, то коли ти став сепаратом? Я вирішив стати сепаратистом, коли в наш район зайшли ФСБшники, да, і сказали, що всі ми сепаратисти. Це так, да, так. Да. А що це за район взагалі був? Оболонь. Оболонь? Какая оболонь? А, ну та, що за Дрімтауном ближче до Мінської, що? Ось що така оболонько. Селище під Слов'янськом. Там ще річка Дрімтаунка. Козліна, хто тебе приймав до сепаратюг, каже, ща? Я хто? Мій сусід приймав Прасько Орест Гнатович. Тарте, руське ім'я, давай, якесь донецьке, давай. Приймав наш сусід Путін Антрацит Федорович. Це правда, да, приймав, да. А ви можете на карті показати, де ваші знаходяться? Конечно, кажи, де ваші. Ось тут, це точно, ось тут, да. В Індії.
Якої Індії? Де вони? Ось тут, це точно. Японське море. Яке Японське море? Де ваше сепаратистське? Оцю, Болгарія. Та ну не грамотний я, Олег Валерійович. Ти падла, я тобі зараз голову відверчу. Подождите, Олег Валерійович, ми не можемо це знімати, ви що тут? Ми відійдемо зараз на секунду, ви тут розберіться. Іди, продовжу. Не спіши, я тут розберу. Живих ви його останете. Ідіть, не бійтесь, що живе останеться, іди. Извините. Олег Валерійович, ви сказали, що не будете бити, ну. Іван Петрович, це все халтура. Не похож ти на сепаратюгу. Знімай труси. Як це йде? Іменем радикальної партії. Знімай труси, надівай на голову, буде вмісто балаклави. Так в мене ж запасні є, Олег Валерійович. Нахіра? Тому що ви завжди на з'їздах так кричите, що я завжди з собою запасні беру, що... А де ця ленточка на руке? Сепаратійська ця. Де? Так ви ж сказали, що треба буде до трусів роздягатися. Що, ти її зняв? Ні, вона не мені, але вона мені дуже давить. Попусти трошки. Та як? Ну, руки зав'язані. Давай, розв'яжу тобі. Розв'яжу. Щас. Та що ж за узел такий? Дай, щас. Ти дам. Так, ну, в принципі, ми можемо продовжувати? Ось так я буду гризти сепаратюг. Ось так скоштуйте мого гніву. Да, Олег Валерійович. Ось так перед Україною стоять ти будеш, падла така. Олег Валерійович, це... Спасибо, що прийшли. Я б його загриз би і засосав до смерті. Да, мы можем продолжить? Конечно. Да. Скажите, что же вас не устраивало в Украине-то? Да все меня устраивало, что... Падло, кажи, як репетували, притисняли руську мову. А мову нашу руську притисняли. Да. Притисняли нашу мову, яка пестить, наче мати. Притисняли так, що я її навіть забув. Мову, якою розмовляли Пушкін. Пушкін. Достоєвський. Достоєвський. Сковорода. Леся Росіянка. Леся Росіянка. Я понял, Олег Валерійович, в принципі, матеріалу достатньо, можемо закінчувати вже. Останнє, можна. Ну, давайте, кульмінацію. Кульмінацію. І все. Я репетував, да? Кульмінацію. Опа! Яка сильна рука! Рука! Такой би рукой страной руководить. На тобі! На тобі, падло! Ви мене вдарили вже 26 разів! 26 разів! Так, це що всі пам'ятали, що 26 жовтня вибори до Верховної Ради. На тобі по ребра! Ви мені зламали ребро. Одне ребро. Одне. Один. Один. Це, що всі пам'ятали, номер один – це номер радикальної партії в виборчому бюлетені. Дуже гарно. А зараз говори своїм сепаратюгам, щоб приходили і здавались. Давай, кажи. Я призиваю всіх сепаратистів голосувати за Ляшка. Що ти кажеш? Щоб прийшли, здались, кажи. Так, здалися і голосували за Ляшка. Це друге діло. Все, знято. Знімай труси, молодець. Дуже добре. Дякуємо.